Месторождение Кумтёр отныне полностью принадлежит Кыргызстану. 100% акций в компании Кумтёр Gold Company принадлежат нашей республике. Кыргызстан добился того, чтобы отчет нашего полного контроля над месторождением шел с момента введения внешнего управления в мае прошлого года. Вся прибыль с 15 мая 2021 года также принадлежит Кыргызстану. Это больше 323 миллионов долларов США. Кроме этого, Центера выплачивает нам дивиденды за три квартала прошлого года. В чистом объеме они составляют около 11 миллионов долларов. Кыргызстан добился соглашения об единовременной выплате компенсации Центера кыргызской стороне 50 миллионов долларов. Кыргызстан возвращает контроль над рекультивационным фондом по руднику Кумтёр. К нам поступает около 53 миллионов долларов, которые до этого хранились на трастовом счету в одном из банков Лондона. Центера отказывается от требований о выплате 29 миллионов долларов за партию золота, поставленного в мае 2021 года. Компания Центера прекращает все судебные процессы, инициированные против кыргызской стороны в США, Швеции и Канаде. Со своей стороны ОАО «Кыргызалтын» передает Центере свой пакет акций 26%. При этом компания Центера покрывает все налоговые платежи по канадскому законодательству, связанные с переходом прав на указанный пакет акций. Кыргызская сторона также прекращает все судебные и иные дела и претензии, инициированные против компании Центера. Достижение такого соглашения было непростым, и принятие решений по каждому пункту заняло около года.